Вэйнихао, меня зовут Сергей Мушинский. Во время интернет-голосования мне исполнилось 23 года. Я родился и вырос в городе Чернигов. По гороскопу я рыба. Я не удивлю вас своей историей и рассказами о несчастном детстве. Я счастлив, и это мой талант. Это моя сила и мои награды. На протяжении своей жизни я занимался рукопашным боем и плаванием. В спорте я приобрел характер. Занимался акробатикой, хип-хопом и брейк-дансом. Принимал участие в майдансе, с детства люблю фотографироваться. Сейчас я увлекаюсь игрой на гитаре и занимаюсь вокалом. А в прошлом году я ездил на фестиваль Евро-Юрмал. Скажу по секрету. У меня есть девушка Юля, и она блогер. У нее 50 косарей в инсте. Совершенно верно, потому что у меня есть небольшой жизненный план, в который этот проект не входит. Работал в Китае фотомоделью и приехал, чтобы победить в проекте «Топ-модель по-украински».